Пустой коридор, я с тележкой по домодедку. У меня чемодан со сломанными колесиками, тележка. Потом я стою, а вы в 4 утра. Я старше, и один кабинет не работает. А мне сказали, что с этим бэкбоксом лежат. Лежат как раз таксисты в этом кафе, которые взорвались. Я говорю, там наверху начальство. Я во всем мире не лезет. А тележку я не могу поднять дальше. Я опять вызываю лифт, опять вбегиваю эту тележку. Да как жопой ходи. Лифт не работает дальше. Я говорю, я дальше еду. Пятый этаж. Опять я через эту тележку. Тележка не лезет. Выдала на эту тележку. Пошла по этому коридору. Дошла, ничего не работала. Дошла за лифт, пошла по второму. Как не работает? Главное, я ходила по всем этажам с этой тележкой. Ломала этот лифт. Давай сломаем тележку. Ну, ты даже не спросил, что я там делаю. В конце концов, я нашла одну работающую дверь. Там два мужика сидят в отпуске. Я чемодан сломался. Он спрашивает, опускаю огурцов, а я тут кричу. Я говорю, мне искать начальство поискать. Он говорит, я ничего не знаю, мы тут пьем. Ну, как просто хорошо. Я говорю, ну, где чемодан? У нас пятый этаж, я хотел перестащать. Говорю, ну вот так вот. И сделал мужикам, говорю, что делать? Ну, заявление писать. И говорит, садись, сейчас продиктуем. Не знаю, что мужики, они продиктовали, я все записал. Пошел. Ну, теперь найди, кому его отдать. Я говорю, я, собственно, для этого и пришла, чтобы кому-то отдать. Отдай меня, Макс. Взяла заявление, пошла опять вниз. Ну, опять тележка, опять вниз вечер, опять каждый этаж. Восстанавливаю, все, выволокла сама тележку, чемодан. Иду, там таможник, говорит, ты куда? У нас тут, сюда тут прилетают. Я говорю, а мне обратно надо. В общем, прошла опять через таможник, понюшка меня плюнула, говорит, ладно, иди. Я говорю, чемодан сломался, вот заявление на... Прихожу туда, нет печати. Я говорю, ну мне мужики не поставили, которые сверху, но они пьют, печати нету. Они у нас тоже нет. Идея, говорит, на стойку администрации. Ладно, беру чемодан, иду на стойку администрации. У тебя печать нет, я иду обратно, опять таможники, говорит, ты видишь, у меня колесики сломались. В общем, прошла мимо раз пять этого таможника туда-сюда. Но самое интересное выяснилось до этого. Израильские таможники, сволочи, мне порвали мой рюкзак. Я купила в этом Египте чемодан. Синенький, новенький, все. У него отломали колеса, я всю ночь с ним ходила. Но самое интересное, я устала, я решила достать что-то, не знаю, или переобуться, или переодеться. В общем, я решила открыть этот чемодан. И тут я понимаю, что это не мой чемодан. Потому что у меня не было кода в мозгах. И думали, решила Дедова. Потихонечку дрелью перейти. Я сразу вспомнил анекдот. Поэтому его и воля. Дырка, не дырка. Ладно, присядь, пожалуйста. И все, я же опять к таможнику попришла. И говорю, заберите. Вот если бы ты вот этот лифт сработала бы. С его застреванием тебя в этом лифте, это был бы просто класс. Это просто класс был бы.